В Хасавюртовском районе водитель маршрутки ранил своего коллегу из-за числа пассажиров. Об этом сообщает МВД по Дагестану. Кровавый конфликт произошел в селе Мусалаул Хасавюртовского района. Инициатору поножовщины показалось несправедливым распределение числа пассажиров в транспорте своего коллеги. Словесная перепалка перешла в дуэль на ножах, в результате которой пострадал 43-летний водитель маршрутки. Его доставили в центральную городскую больницу города Хасавюрта. По факту собран материал для принятия процессуального решения. Пассажир садился ко мне. Он вывел его у меня с машины. Я на вопрос, что ты делаешь? Он матом начал, все, давление поднялось. Не знаю, что. Его так оскорблять начал. Я тебя так. Там маленький нож был в машине. Не знаю, как вытащил. Напугать хотел его просто. И как получилось, попал вроде бы его, не знаю, поцарапал, что там, даже не знаю я сейчас. Чего, как он там, даже не знаю.